До мене јава команду, сви хорошо там примили, говорили со мной, сви били тут готови помоћ мене ја. Тоже тут јест, но как и домашни игроки, как и иностранци, сви знают английски язык, но видимо мене ја чуть-чуть лучше руски, чем английски язык. Но тоже там руководство, тренер, директор, сви остальни хорошо примили, говорили со мной, я начался тренировать, очень доволен. Атмосфера очень хорошая. Да, перед моим переходом там, когда я говорил и все, там мой двородный брат, но дальше брат, просто как сказать, Каузин, он меня говорил о Висле, он сам играл в Висле, Жарко Белада, он меня сказал всего наилучшего, что это очень хороший клуб, и он очень любит этот клуб и болельщики. Но я тоже слышал, что болельщики очень хорошие, эмотивные, и любят смотреть каждую игру и отдавать поддержку команде. И знаю, что Висла стабильный клуб в экстра-классу. Любимая лига, ну, могу сказать, типа серия А, потому что там, ну, там, типа, есть. Когда маленький был, там смотрел всегда серию А, там в Черногорию на телевизор, она много была по телевизору, и так очень любим серию А. Ну и все остальные лиги, просто любим хороший футбол, там, посмотреть всегда. Неважно, какая лига просто. Просто, чтобы был хороший футбол. Понятно, буду стараться в клубе играть, стараться буду играть, что лучше буду играть. Ну, могу сказать, что буду всегда давать 100%, а остальное не могу типа сказать, на как будет, что будет, но просто буду стараться из-за всех, из клуба, из-за болельщика, из-за всех, что буду давать 100%.